В марте этого года стартует 8-й сезон шоу «Холостяк», а его финал уже раскрыт любопытными журналистами. Главный герой телепрограммы, рэпер Тимати, в итоге так и не выберет никого из красавиц, предпочтя остаться в прежнем статусе одинокого мужчины. Съемки шоу велись в сжатые сроки из-за пандемии. Всех участников обязали хранить молчание, а за разглашение сценария назначили крупные штрафы. Но это не помогло. Сведения о финале просочились в прессу. К слову, аналогичный финал «Холостяка» уже был, когда окольцевать пытались Алексея Воробьева. Впрочем, и остальные сезоны не привели к настоящим свадьбам или хотя бы длительным отношениям звезд. Не женились на своих избранницах ни Егор Крид, ни Тимур Батрутдинов. Что же касается Тимати, многие его фанаты ждут, что музыкант вернется к модели Анастасии Решетовой, которая чуть больше года назад родила ему сына.